Приглашается Косяков Егор, Долгов, Георгий, готовится Максим. Весовая категория 32 килограмма. Предупреждение Каранкевич, Пичугин. Готовится Сивотен Ярослав, Виктория, Кравец Максим, Ярополк. Да, Кравцов Максим, Ярополк. Бал синему, бал красному. Дорогой голову стоп. Приглашайте. Стоп! Приготовились на ковре номер два. Косяков, Долгов, готовится весовая категория 32 килограмма. Кравкевич, Пичугин. Готовится предупреждение. Сивотен Ярослав, Кравцов Максим. Готовится Сивотен, Кравцов. Сразу провалил ответ. Боевые действия. Егор, не бегай! Если ты должен... Бал синий, бал красный. Егор, бал синий. Держи, держи, Егор, держи его. Сверху садись. Докручивай ручкой. 5 секунд без оценки. Давай, давай, Егор, пошел, вот такой встречай. Вот хорошо, бал. Борьба, борьба. Егор, вали, ну Егор. Время! Бал синий, рука в голову. Егор, что стоишь? Бал красный, нога в корпус. Сейчас 3-4-8, победу. Бал красный, красный. Бал синий. Что еще? Бал красный. На ковер приглашается Марков Илья, Буревестник, Бражекин, Артем Пионер. Бал красный. Приготовится Серов, Ярослав, Авангард. Пионер, Денис, Пересвет. Бал красный. Спортсмены, освободите площадку для соревнований. Все вышли. Замечание красного выхода за пределы ковра. Стоп! На ковер приглашается. Сивотен Ярослав, Кравцов Максим. Боец, не бойся, еще раз будет такое неспортивное поведение, будешь дисквалифицирован. После этого готовится. Предупреждение красным, бал синему. Марков Ворожейкин приготовится. Серов, Петров, Роман, Селезнев, Дмитрий. Сразу же готовится Петров, Роман, после этого боя. Он просто кричал. Внимание, 12-13 лет, 46, 50, 55 килограмм, проводится на ковре 4. Освободить ковер номер 5. Бал красный, бал синий, бал на ковре, знаешь, вообще-то кричал. Согласен? Ну, два раза. Ну, первый раз, если крик, но все равно крик. Не то, что эти, но если где-то любит, короче, это у нас же не карате. Ковер номер 5 приглашается Курбанов, Уранов Владислав, Магомедов Гонзаг. На ковер приглашается Серов Ярослав, Пятница Денис. Приготовится Рыжаков Никита, Исаев Алексей. Готовится Арулян Агнец, Постников Кирилл. Арулян Постников готовится приглашать Курбанов, Магомедов. Все болельщики вышли. Уважаемые зрители, спортсмены и гости,
Покиньте, пожалуйста, соревновательную зону. Рефери, судьи, помогите, пожалуйста. Всех, кто не в соревновательной зоне находится, спортсмен и представитель, тот, кто выступает и тот, кто готовится. Смотрите, какие у нас классные трибуны, ребята. На ковре победу одержал боец Красный Пояс. Не ушли, спортсмен, не ушли. Чего так Кость долбас искать? То, что он судья сказал. Вышли на трибуну. Бал синим ударом в голову.